Кость, непростой матч с ЦСКА. Как сейчас настроение, как атмосфера в команде? Ну, то, что непростой матч, это точно. Не удалось забить. Ну, в принципе, времени расстраиваться нет. У нас завтра новая игра. Все, начинаем сначала. Нужно забыть прошлую игру, учесть ошибки и двигаться вперед, стараться. Нужно, во-первых, забивать голы. Без голов побед не будет. Только победу. Ни о какой ничьей, ни поражений, даже мысли нет. Только победу.